Конечно же, подожди, конечно же, детский сад, дорогие друзья, однозначно это затратная статья. Потому что пошел ты в магазин за пирожком с малиной и попросили тебя еще взять чупа-чупс. Для более оперативной задачи ты берешь с собой ребенка. И ребенок вдруг начинает вертеть в руках коробочку. Ну и так незримо так-то, знаете, как щенки поскуливают такие. Там косточка лежит. Котик из Шрека. Такой взгляд. Вот. И тут мы вспоминаем, что у Евы есть же подружка Варя. А Варя просила пирожок с малиной. Пирожков не оказалось. Но если Варя окажется с чупа-чупсом, а Ева с чупа-чупсом и игрушкой, наступит некий дисбаланс в машине, дорогие друзья. Для того, чтобы гармонизировать эту ситуацию, Варе также вселенная передает подарок от глобальной волны. Ну, а дальше, дорогие друзья, ведь у девчонок есть воспитатель. Конечно же, воспитатель. Я-то временный папа, воскресный папа. Папа, который воскресный. А у нас есть постоянная воспитательница. И для того, чтобы синхронизировать энергии вот этого детства с воспитательницей, воспитательница также бинго! Ну и, конечно же, всем чупы-чупсы! Все они разноцветные! Стоп! Что это за лайк? Вот лайк! Вот лайк! А как же ты без лол, Ярослав? Как же ты без лол теперь? Один в этой машине? Где двое или трое соберу своим, мое, там и я с вами присутствую. Поэтому... великие кулинары, я вот не всегда дохожу до этой стадии, готовят блюда и наслаждаются ощущениями тех, кто вкушает эти блюда. Бывают повара даже не пробуют. Видя отзыв людей, они понимают, что они не зря провели этот день. Они сделали по несколько мгновений и лучше через ощущение счастливее. Да, да. Конечно же. Это высший пилотаж. Это высший молекулярный кухня. Возможно, кстати, спроектировать новую кухню. Квантовый кухня. Ну да. Красная нора. Кротовую нору умеете? Блюдо такое. Нет, кротовая нора, блюдо такое. Ну да. Ты же умеешь соединять ингредиенты. Вот, можно сразу квантовые скачки делать. Благодаря еде. Ну что ты делаешь? Мне же нужно видеть дорогу. Потому что вот сейчас вижу. В моей жизни не было такого, дорогие друзья. Что такого? Какого? Ну уж, вот я впервые выгуливаю двух девчонок. Трех. Сразу. Такого экспириенса не было у меня. Едем на площадку общественной студии. Но Алексей же сказал, что нужно использовать как творческий штаб, привозить детей, людей. То есть он все... звонил и говорил, там, где происходит сейчас выставка, вот в этом зале, давай организуем для детей мастер-классы. Будем рисовать. Вот, я для чего начал снимать, дорогие друзья, я долго как бы входил в состояние, потому что нужно было и вам передать, и самому войти, не каждый день. Происходит. Осознайте, какой у меня внутри гормональный взрыв,
вдруг дети. Сразу, до меня дошло, сразу что нет чужих детей. Я слышал, принимал участие во множестве мероприятий, где много женщин, много детей. И они постоянно говорили: Ярослав, Ярослав, нет чужих детей. А я такой слушал, ну а что я как мужик могу услышать от женщины? Ну хорошо, нет чужих детей. А я не воспитывал своего ребенка. У меня есть ребенок, уже взрослый. Очень даже воспитан, кстати. Известный. И у меня не было этого мгновения, когда я принимал женщину в родах, когда укачивал ребенка. И сейчас мне Вселенная дает возможность быстренько отстреляться. Да, компенсировать через некие механизмы и получить, во-первых, этот опыт. Прожить этот опыт, да. Сразу 5-7 лет вообще. Шикарно, я считаю. За один день все почувствовать. 5-7 лет, да? 5,8. Я к чему подвожу? Я к чему подвожу, дорогая моя? Поскольку ты глобальная волна, об этом призналась недавно, да, чем? Ты глобальная волна. И чтобы быть в резонансе с волной, мне предстоит быть постоянно с тобой. Постоянно с тобой. Постоянно с большой твоей детворой. И создавать, и созидать, новые миры проявлять, и школы нового образца проявлять. И сначала их нужно представлять, описать, согласовать. Продвинуть в пространство, и проявятся люди, которые спишутся с тобой и скажут, сколько у вас ребенка лет, а предлагаем вот такую технологию, а вот такую и такую. И мы это все дело отснимаем и тестируем вот в процессах, и ты как сейчас попечитель совершеннолетнего ребенка сама тестируешь систему, что это качественно, полезно, ну и сама являешься в первую очередь потребителем продукта. Вот. Тем самым развивает как раз тему, что ты и есть глобальная волна, как и сотни и тысячи женщин, которые имеют сейчас детей подобного возраста, и крайне озадачены, а какие знания, через какие лекции, через какой вот видеоматериал вместить и базовые знания школы, чтобы пройти ЕГЭ и быть социализированным. Ну, условно говоря, если существует эта система, а ребенок многограммный, ему ничего не стоит посмотреть, что а у этих типа вот так вот тестовая система работает. Ну ладно, для них так будем отвечать. Ну а как? Так прекрасно, мне очень нравится. Только так, иначе будет. Когда есть альтернативы. Иначе будет социальная деформация под воздействием родителей. А так они будут изначально понимать. Так, Бузаева, тут не разгоняемся, справа проедем. Просто я говорю, в деревне не разгоняемся, справа прижимаемся, там вот где огоньки горят, там веники. Право. Дальше, право, 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 право. Да. Дальше, вот. Подальше, все, извините. 100 метров прямо, 100 метров прямо. Предлагаю всем выйти и насладиться этим. Экскурсия начинается. Здравствуйте. Девчонки, заходи. Вкусно пахнет? Да.
Новогоднее настроение. Получай. Здравствуйте. Я понимаю. О, класс. Полыничка, да? Полыничка. Пахнет чаем. Я тут часто езжу, потом расскажете, приезжают люди. Или нельзя снимать? Да снимайте, ради бога. Дело в том, что вот просто вот и дети рядом с полыни, вдруг аллергия. Не, нормально, не переживайте. Это продвинутые дети. Вот это нюхают? Тут же случайные люди не зайдут сюда. Тут те, которые парятся, это используют. Это бабуль. Бабульник? Кайф. Мне как раз веники нужны. Я ж тебя парил вот вениками отсюда как раз. Ну класс. Мне нравится. Вот выбирай веник. Вот дубовые веники. О, давай для женщин, для тебя. Потому что я только дубовыми парюсь, а тебе давай вот это. Я ставим. Никогда липовым не парилась. А? Это же липовый. Я никогда им не парилась. Ну давай возьмем. Это же липа, да? Это липа. Липа. Так, давай. Души. И дубовые подбираем. Смотри, берешь? Полынь степная. Вот это Бабан. Ощущение синхронизации. Смотри, ты приезжаешь. Это не пахнет. Как-то не пахнет. Вам не надо душить. Очень даже пахнет. Вот тоник медом пахнет. Я хочу тоже понюхать. Нет, вот здесь вот есть дырочка, можно нанюхнуть. Как-то не очень пахнет. Пахнет, а медом. Мне нравится медом, да. Так, девчонки, все, выбегаем, садимся в машину. Так, нет, стоп, я не. Давай тогда. Аккуратнее. Вот такие люди ездят.